Друзья, и снова всем привет. Мы идем дальше. Если вы смотрели ваш стиль, да, ты хотела там что-то кофту прикупить. Рубашку. Да, у Любы. Нет, давай зайдем сначала, купим нашей кошке пара расческу. Сейчас все говорят про пара расчески какие-то. Да. Да, на шлейке. Я тут всех знаю. Там дальше корги будет. А у Максима это, как ее, пуделек. Привет, дружище. И кот ученый все бродит по цепи кругом. Молодец, молодчина. Красавец ты. Ну, красивенький. Тоже много чего интересного. Вон у него кормушка, пошел, поел что-то. А это что, унитаз? Или что это такое? Ну, точно. 100 лет. Пойдем. О, а вот Нихао. А вот и корги. Ой, отдыхает. Мешается. О, Нихао. Нихао. Мы к тебе по делу. Сейчас много нас о тебе. За покупкой, а? Погуляю, да. Чем много? Корги сама приехали, да. Ну, сами, да. Сама приехали. Корги видели, а где твоя это? О, спать. Спит, спит, да? Да. А, вот она, смотри, Лариса. Вон. Замерзла, наверное, да? Нам надо, знаешь что? Для кошки это самая расческа паровая какая-то. Сейчас что-то все, вот паровые расчески какие-то. Такие-то все такие нормально, да. Вот это, да. Кошка, хорошо чесать, потом... Это, не, паровая какая-то. Вода, да? Да, да. Вода, да, такие, да. Если это короткая, это длинная. Вот это, да. Вот, смотри. Да, на волосы сразу. Не, здесь. Зарядка, если вода здесь, еще шампунь, один капли. Да, хватит. Это для кошки и для собаки можно? Все можно. 15 юаней, да? Ладно, тебе можно. Я тут лица до 25 юаней. Да, я знаю. Вот так нажимать, как вот так. Вода здесь добавить. Да, здесь лоболи. Зарядка здесь. А нажимать на что? Вот на это? О, блин. А выключается, да, нет? Еще раз, еще один раз. Не нажимается, сломал. Не, видел. Не сломал, да? Чуть-чуть, да. А это не хочу вот это, такие дели, тоже можно. Какой модель можно? И так можно чесать, да? Да, да, да. Давай зелененькую. Вот красивенькую. Хорошо. Вот такую, она да. Она тоже резиновая, да? А, да. На номере, вот, да. Видишь? А то все паровые расчески. Думаю, надо паровую расческу тоже нашей кошке взять. Симпатичненькая. Да, о, крутая. А это вода, ну, нет. Смотрите, красивая. Вода нет. Что, не работает, да? А это вода нет. Если вода, если без воды, я помню. Да, чтобы туда-сюда не возить. А это желтая, да? 20 лет, любой. А? Цвет, цвета. Вода, все. Ага, все рабочие. Много. Да, конечно, так раз и много. Ага. Русских туристов много? Больше стало? Сегодня будет. Сегодня будет, да. Ну, автобусов что-то много заходило. О, круто. Да. Супер вообще. Зарядка здесь. USB, да? Да, зарядка. Ну все. Ты еще что-то нашла там? Мои игрушки. Да, игрушки у нас любят. Что я нашла? Опа! А это что такое? Ну что, шапки? Это наши мотини. Вот такая есть. А вот еще. Снимать не будет? Не знаю. Ну, тут подтягивается, да, смотри. Сейчас посмотрю еще. Здесь котик. Ой, это что там такой за гномик? Там и без козырки какие-то, вон эти, бейсболки. Да, да, да. Вот такой мы купили уже. Ага.
А, это китайские стили. Хрюшечку. Ну это вообще, это как на маленького ребенка, да? Дрем. Это же без... Это, ну, эти... Ну, вот с этими мы с китайскими не связываемся, рулетками. Наша маленькая собака, мы для своей берем 20-килограммовую рвет. У нас на 36 килограмма на рывок. Ну. Саша, муж капитана, вы назвали? Да, каптейн. Или ковбоем. Сколько у нас китайские она переломала? Потом ты начали... Что, а и то, и германская у нас на пару лет рулетка. Ну какую? Ну, тигренка? Или что? Да надо же померить, она же так как... Ну, по голове, может быть, и как раз будет. Прикольно. Ну, маленькая, наверное. Нет, нормально. У меня для пинчера. Нормально, пинчера я знаю. Голова не маленькая. Пойдет? Да. А что она стоит? А у нее труба же это самое, да, пытались одевать. Она... Нет, у нее труба есть, она ее не скидывает. Она... Труба. А сейчас еще какие-то цепи такие, знаешь, такие как будто вот такая тяжелая цепь. На самом деле поводок это. Чего только нету. Что, сколько стоит такая? 20. Ой, дорого, ладно, в следующий раз. Ладно, 15, давай. Давай за 10. Здесь не пойдет, да? Здесь не пойдет. 15 им уже не выгодно. Даже 15 не выгодно. Да. Ну ладно. Всегда я 20 я не положу. Будешь шапку ей брать? Да, думаю, она пока необходимости в ней нету. Нету, да? Необходимости. Ну да, у нас собаки вообще не любят шапки. Это прикольная тоже. Ой, друзья, у нас там коробка дома. Столько игрушек. Мы из каждой поездки ей привозим игрушки, с командировок, где только не бываем, все привозим. И вот она каждый раз... Вот надо ей поиграться. Она каждый день, каждый день достает разные игрушки. Чтоб понимала. Ну да. Адрес. А, на, подержи это... Ты смотри, возьми, покажи тут что-нибудь. Ну что, вот такую, да, мы пароварочку купили. Можно, если богай. Я помогаю. Да? Да. А, обзирка много покупала. Ага. Вот. Так. Зашла и купила много. Ну что-то это самое. Эти они не растягиваются. Это зайка. Нет, нет. Мохнатым этот купили. Ладно. Все купили, но мы целенаправленно шли. За это. Ты положила все, да? Да, вот ее нам положили. Вон сколько много. Ну и выбор, конечно, больше, чем. Ну, фунчуни там были в паре штуки, да. Домики не привлекают. Да, у нас она на нем наверх. Ну да, она не в нем у нас. В клетку поставили. Она как бы не в него ложилась, а на него. Вот это тоже интересное что-то. Домик. Это для котов, да, да, наверное? А это для кошек, а собака нельзя. Да. Не люблю собак. А мы купили, да, она, да, сверху уложиться. А, собака сверху так, дома. Ну, прыгает. Собака лежала, но сама. Да, она сверху ложится и все. Она, у нас был такой, но тоже дом. А это для рыбок. Для черепашек, да, рыбки, аквария, переноски. Переноска у нас есть? Кошечку населена. Ну, мы недавно как бы купили лежанку ей. Тоже такой прикольный. Ну, пошли. Все ты забрала, да? Забрала. Спасибо. Спасибо. Зайди. Учиться. Учусь. Лилия, кроссовки. Ой, дождик опять, что ли, приморосил. Че-че? А, ну пойдем в это, в ваш стиль зайдем. Перебегаем. Быстро и решительно. Охота и рыбалка я был, ты меня вытаскивал оттуда.
Супер. Михаил? Здрасте. Еще раз, жена что-то не купила, забыла в прошлый раз. Я, говорит, думала, мол, это самое, надо или не надо. А мне кажется, она с тоненькими была клеточкой. Такая? Все, вон мешок лекарств набрала. Вот такую ее тоже брали, рубашку. Ну, ты мерить будешь, да? Наверное, только синюю, наверное, такую же. А я вам могу показать, друзья. Только прокомментировать это я не смогу. А вот показать, да. Только жена там меряет. И рубашку. Меховушки. НЗ. Худи. Ты, блядь, подавил. Я потом я не помню. Это надо потрапить, потом я помню. Ну, если я у нее сегодня возьму... Рубашечка, да? Ну, хорошая. Да, ну, ты померяй. Ты вторым слоем хочешь ее, да? Да. Давай. За то, что я завтра тебе приду. Расцветку такую, да? Здрасте. Мне кажется, что это было тоненькое. Тоненькое, да? Нет, мне кажется, клеточка была другая. А ты имеешь в виду, что это... К этому подходит, что ли? Да что б я тебя забыла? Мы у тебя здесь ну, так стоят. Ничего. Ты, такой расцветочку, да? А главное, чтоб ты забыла. Я думала, что такая тоненькая. Люба, а сколько стоит вот эта прелесть, а? 200 рублей. 60. Да. А это правильно написано, да, вот это, да? Понял. Понял, Любай. Смотри туда. А вдруг получится? Вдруг получится? Ну что? Да хорошая. Обожди, как джинсовка сделана, что? Под джинсовку. К шортам и нужно. Ну, размер твой, что? Все новое уже, видишь, все осенью уже. А, уже холодно, да? Через месяц уже осень. Все, морозы, снег. Да. Там нельзя спрашивать, не написано нигде. Да. Нормально. Так, 1200, да? Да. Сейчас. Так, где-то у меня там. Все, лекарство забрал? Другое не хочешь, смотри. Да я не знаю, думаю, это мне... Да, она только приехала. Три кукушки. А покажи ей еще что-нибудь, ты же не показываешь. Да может, нет. Ей что-нибудь надо да еще? Не, не, что еще что-то да надо? Не надо ничего пока. А ты так и пойдешь, да? Да я же из-за этого и пошла. Вера, по-моему, мере, это тонкий твоя. Так. И качество очень хорошее. Так, 1200, да? Да. Вот так вот. Во. Ну да, значит. Угу. Посмотрю. А ты на выбор смотрите. Вот прям такая комфортная. Угу. Слышишь? Красивее. Ну, побольше, да. Посвободнее, да? Мне тоже показалось, что надо побольше. Надо для такой прям свободней. А цвет, да. Качество приятное. У тебя тоже ничего. Я тоже ничего. Ну, после, да, это лучше будет. Не хочешь? Ну, мы не такой любимый, тоже нравится, он тут подожжем. Ну, ладно, мы прощаться не будем. Еще... Вдруг жена еще что-нибудь вспомнит. Дайте 100 рублей. Вдруг еще что-то понадобится. Не того веса, надо мели. Да, ты посмотри. Я сейчас кофточку посмотрю. А потом скажешь, надо еще ехать, забыла купить. Забыла, говорит, купить, поехали.
Я все это, я палки. А, ты имеешь в виду по 500 рублей, да? Ты имеешь в виду спортивное, да? Да мне надо в санаторий. Чтобы бегать там на процедуры. По 500 рублей. Ну, помери кого-нибудь, что. Я черную не очень-то хочу. А эту я мерила, она большая. Ну, ты размер свой посмотри. Ну, черную. Вот у Лерки спортивная, вот нормально красная бегает. Ну, это потому что... Мы ее где брали? 361? Ну, смотри. Это до какого размера написано 62? Я тут раз вот такой мерила, она мне небольшая. А мне надо, ну, это мне кажется, маленькая. Не маленькая. Не маленький, да? Нет, давай я утром зайду. А ты не будешь мерить? Я утром зайду, сейчас не хочу. Завтра утром придем. Ну ладно, пока. Давай что-нибудь переложим сюда. А мы сейчас зайдем, давай отнесем вещи и пойдем дальше. А ты, Юра, погоди, друзья, давай, подожди, мы разберем. А вы нас... Кантону зайдем? За едой? Не, за вкусняшками, что ли? Пойдем, чтобы потом не заходить. Нет. Сначала купим вещи, потом какую-то. В общем, друзья, вы нас продолжайте смотреть. Главное, не переключайтесь. Пишите комментарии. Всех любим.